В городском округе завершился 5-й турнир по футболу «Химки Кап» для детей в возрасте от 9 до 12 лет. Сейчас он входит в число самых престижных в России соревнований для юных дарований. Не случайно за матчами наблюдают известные селекционеры, а в числе участников – воспитанники престижных футбольных академий московского «Динамо» и кубанского «Краснодара». А также гости из таких удаленных мест, как Узбекистан и Республика Якутия. Несмотря на сильный состав участников, химкинские ребята выступили достойно. Например, футболисты 2006 года рождения – лишь по сумме забитых и пропущенных мячей уступили в своей подгруппе первое место динамовским сверстникам. Хорошо, вот сыграли вот с «Динамо», мы 4-4 сыграли. Без определенных таких удивлений обошелся турнир, потому что есть уже такие лидеры, как «Краснодар», «Академия Галицкого», которая достаточно известно. Тоже «Динамо» Москва, «Чертаново». Вот эти, конечно, академии с интернатами, лидеры. Следующий турнир «Химки Кап» для ребят постарше 2001-2003 годов рождения пройдет весной 2017 года.